Василий Иванович, очень активно насаждается информация о том, что все происходящее сегодня в Абхазии, да, вот в Сухуми в частности, у парламента, связано с Россией, якобы хаски народ выступает против России таким образом. Ответственно заявляю, что никакого отношения к антироссийским настроениям оппозиция не имеет и иметь не может. Вообще должен подчеркнуть, что в Абхазии нет антироссийских настроений. Это невозможно в принципе. Эта повестка, которую транслирует действующая власть, я сегодня должен заявить о том, что именно действующая власть сделала все, что могла для того, чтобы антироссийские настроения могли бы появиться в Абхазии. Также ответственно заявляю о том, что оппозиционные силы упорно боролись с тем, чтобы в Абхазии не появились антироссийские настроения, и в этом смысле мы достигли огромного успеха.